Посмотрим. Золото. Не будет. Нас там интересует этот лодка. А, чтобы типа пересечь не по мосту? Да. Так, Ники Гарри ваш, Поттер кстати, отдыхает. Знаешь, это аркадная физика. Ты там проверил, типа? Туда сего. Сего такой, мне не туда, да? О, энерпедик. Ну все, жигу ты спиздил, блядь. А это не ты, блядь? А это не ты? Я был, блядь, в полной уверенности, что это ты, блядь. Утка, блядь. Блять, если ты поменял, то тебе помененное покажут. Не, а не ну, вот ну, этот. Ну в PUBG это просто типа этот. Фотка, блять, да. Да, да, это просто скрин. Это плейсхолдер, блядь. Поставили. А чё там челик в воздухе? Там челик на мячике в воздухе стоит. У меня тоже. Пиздец. А чё у меня такая сенсата большая? Вы чё, блять? Я не хочу такую большую, мне кажется, многовато. Нет? Подожди, подожди. Мне это, погоди, мне это не нравится вот как-то совсем. Давление. Ну, это... Ты же там две тачки спихите, видишь? Надо как-то с ними разъехаться. Нет, мне похер, мне. Нет, блядь! Ёбаный, в этом все, пошли пешком дальше. Или нет? Не, пошли пешком. Нахуй. Не, эти мотоциклы это. Жигули едет. Я даже тут чулово сижу, на самом деле, если сзади сидит. Мне нравится, которая анимация, с которой человек пересаживается в машине. Какой там куст стрёмный. Что-нибудь видишь? Прикалываешься? В этой игре ты должен видеть. Я?
нашел тоже, блядь. Зрячего. Зрячего. У меня игра вылетела, что ли? Ну ты бежишь. А, Саша, у меня игра вылетела. Ты... Мне надо сейвить. Ты бежишь. Ну, короче, ты бежишь в центр зоны. Я бегу боком в центр зоны. Нет, ты ровно бежишь. Причем очень стремительно. Так же стремительно ты сейчас бежишь в камень. Я ракета. Очень целеустремленный молодой человек. И люди завершены амбиции. Мне игра выйдет. И ты в доме топаешь. Заходи. Я бегу куда-то. Это так смешно выглядит, честно говоря, это пиздец. Он на втором этаже, на Е, в доме. Я понял. Сейчас я у него спизжу снайперку. Я попробую тебе помочь. Ну, он по мне конкретно работает. А он на балконе прям? Он на балконе, да. Погори, блядь, уебище. Он сгорел, блядь? Да. Не, мне больше нравится то, что там эта Светка копит, как у Лестера в этой очке, блядь. Я ж подавился чаем, я вспомнил. Тебе да хую. Ну там люто стробоскопило это. Бля, ебать холодно, надо приходить в футбол. Холодно? Ебать, я челику хедшот. Я двум челикам хедшоты отвесил. Бля, слушай, ну тут что-то прям конкретно. Настя. А в следующих нескольких моментах у меня не записался звук микрофона. Прошу меня простить. Хедшот отвесил. Я надеюсь, они оба. Нахуй. Найс. Красавчик. Просто челик настолько киберкотлетный, что он за 0,0 наводится. Я думаю, чел был не джитный, но он просто киберкотлетный. Ха-ха! Я не обратил внимания, кстати. Ну, папич. Нет, так у него просто, мне кажется, на втором этаже посыльный есть, который бегает. Ты чего перезашел? А я Парофа у себя в другой канал переместил. Вот так вот. Я тоже сейчас тебя Парофа попробую. Я не могу тебя перевести. Блин. Но я могу перевести тебя. Сказал, а нихуя эмодзи пово. Кипутовский сказал. Реально, кстати. А почему у меня до сих пор их нет, я не понял. Кого? Прав. Мозгов? А, я тоже под колеса. Только колеса ходу, думаю, наркоман. Блять, меня не сбейте, долбоёбы. Я иду и боюсь этих дебилов. Я в жопу вписаться с Севычу хотел, там был Захар, это, я побоялся. Я так и знал. Гони за ним. Насмехайся над ним. Павлов.
Чувач, скот, ну не скот. Говни, говни, Максимов, говни. О, я вам могу хедшоты, кстати, отсюда отвешивать. Это что за крик? Вы не видели? Дима! Дима сдали права. Дима сдал на права, а он на следующий день. Хули там меня подпирает, заебал? Я жопу целовал. Ляг обратно, твою. А, ну ладно. Парни, я, конечно, ну, не осуждаю, но... Мне плохо, у меня персонаж долго. У меня тоже. Саш, кто меня задамажил? Угадай. Хапфу. Тебе дать гранату? Это был я. Чел, это я тебя задамажил. Это правда, Димон. Не стреляй в игре. Блять, я понял, с чем проблема. Захар, ты еще хранишь для меня свою винтовочку? Винтовочка? Да. Трюки, давай. Мумьем. Я мотоцикл врезался, мне до ХП не снялось. Я просто увидел, как вы одновременно перестали ехать на мотоцикле. Да сошли просто по таймингу, понимаешь? Здесь открыта дверь, наверное, полутаю этот дом. Саша сначала меня затроил, то что я лутаю, то что, блядь... Это не я, это Димон. Он сам делал так же. Я вообще-то никого не троллил, это Димон, всё. Пумба, блядь. Димон и Пумба. Спасибо, что повторил, я с первого раза не понял, блядь. Иди нахуй. Ну, либо новички. Да нет, хуя. Которые третий аккаунт прокачивают с нуля до 500. Машину не спиздил. Кстати, реально. Блять, я до этого уже сказал это, блять. А здесь что, просто так стоит? Пранк машиной. Не, я задавлю чела, мне похуй. Ты как начнут гасить.